Тольятти организует отлов безнадзорных животных для обеспечения безопасности населения и защиты от нападений бродячих собак. Федеральным законом от 2018 года установлен запрет на эвтаназию бездомных четвероногих, даже если они проявляют агрессию. Отношение к животным со стороны властей должно быть гуманным и ответственным. После отлова, карантина, стерилизации и вакцинации собаки, которые представляют угрозу для окружающих, должны быть помещены на пожизненное содержание в приют. Мы были в субботу за Московским, так мне вот там зоозащитники рассказывают, что они фактически смогли в ближайших вот организациях, которые вокруг этого питомника, договорились и всех собак стерилизовали. Вот. И эти собаки даже сейчас свою собственную территорию охраняют. Но стерилизация, чипирование и прививки – это лишь одна часть, собственно, проблемы. Проблема заключается в том, что необходимо создавать условия для постоянного содержания собак, проявляющих агрессию. В Тольятти содержанием животных без владельцев занимаются в том числе приюты «Дорога домой» и «Добрый след». Вместе они опекают порядка 800 собак. Глава Тольятти Николай Ренц посетил эти приюты, познакомился с условиями содержания животных без владельцев и предложил предусмотреть в бюджете города средства на их поддержку. Градоначальник выразил надежду, что депутаты Тольяттинской думы поддержат инициативу и примут поправку, которая позволит муниципалитету выделять дополнительные средства на содержание приютов для животных без владельцев.